День, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать, наш директор Академии. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Так, пошли плюсики. Все. Отлично. Так, ну у нас на дворе лето, и сразу это видно по собранию нашей аудитории. Она небольшая, самые верные сторонники и слушатели. Очень благодарю всех, кто вместе со мной. Вот, ну раз такая небольшая аудитория, я позволю себе тогда немножко сократить весь наш вебинар и сосредоточиться вот на практическом формате. Вот. Ну, как вы видите, по этой теме она направлена на такой практический аспект работы с вузовским автором. Как всегда, я планировал достаточно обширно теоретическую часть поделиться своим видением вот, нового медийного ландшафта и возникновения рынка авторов. Но, в принципе, вот такие лекции по изменениям на рынке автора я уже проводил. Кто следил или там на YouTube имеет интерес, может всегда с этим познакомиться. Поэтому я постараюсь свести к этому это к минимуму, обозначить лишь основные идеи и адаптировать эту ситуацию именно к ситуации научного автора, да, как он реагирует на цифровые изменения, на этот медийный ландшафт. Ну, а во второй части, раз мы с вами в Директ Академии, посвятить немножко времени возможности нашей платформы для автора, потому что один из основных тезисов, который мы проводим, что электронная библиотечная система – это новый тип публикационной платформы, которая создана не только и не столько даже для читателя в привычном русле, сколько для автора, для его продвижения, для того, чтобы он нашел свою аудиторию и получил все, что от этого хочет. Ну и итоговый тезис. Мы находимся с вами вообще в переходе от, скажем так, бумажного писателя к цифровому писателю. И что это такое, еще надо понять, потому что цифровой писатель, он обладает целым рядом совершенно новых инструментов, совсем иной аудиторией, совсем другими методиками чтения, продвижения себя. И это, конечно, каждый уважающий себя автор должен знать и в своей жизни использовать. Вот, ну что ж, тогда пойдем двигаться дальше. Ну, два слова о том, о некой эволюции понимания авторства, потому что это тоже категория историческая и тема философская очень интересная. Вот такие вот мыслители, как Ролан Барт, Фуко, отметились в прошлом веке очень интересными тезисами, постулатами, дискуссиями. Вот, конечно, мы исходим из того, что автор – это творец произведения, это творец совершенно самостоятельных миров воображения, обладатель талантов, вообще такой супер-человек. И это так и есть. Для тех, кто работает с книгой знаний, к этому еще прибавляется, что автор здесь всегда учитель, мастер, наставник. Здесь особый опцион, который надо иметь в виду. Вот. Ну, а вообще в истории понимания авторства мы тоже видим такую удивительную эволюцию. Если в древнем мире, в начале нашей европейской сущности и трудов-то было очень мало писательства, да, и еще было меньше авторов, очень много писаний были безымянными, ну, а сам автор воспринимался как человек с очень высоким авторитетом и с очень высокими претензиями, поэтому вот во всех
во всем процессе писательства средневековья автор умаляет себя, уходит на второй план. Ну, вообще быть автором это слишком дерзновенно. И в основном текст порождается как комментарий к другому тексту. То есть не как авторский текст, а как такой вторичный. И любой автор, он как бы борется за то, чтобы быть не на первом плане, а уйти в тень вот более весомого, важного автора. Он лишь так комментирует. Вот в новое время, ну и так скажем, с возрожденческим импульсом это все меняется. Начинает много писаться, возникает литература, как знакомый наш феномен, и сам автор получает все бонусы от этого. Он воспринимается как персона грата, как личность, стоящая на голову выше других, как ведущий, тот, кого слушает. В общем, обязательно с каким-то ореолом величия, романтики и значимости. Вот начинается авторское право, ну и вообще все процессы обучения, передачи текстов, вот этого информационного взрыва, это все благодаря авторам. И одно из следствий этого, что автор становится, конечно, и намного значимее выше произведения. Изучает и любит уже не столько произведения, а очень быстро определяет, кто написал. И уважает и любит, конечно, автора. Он первичен. Это отражается и в филологии, литературоведении. Прежде в той традиции, которая устоялась, объяснять произведение из автора как его самораскрытие. Вот. И вот в 20 веке, когда уже генерация текстов стала индустрией, и, собственно, после войны меняется контекст этой дискуссии, который связан как раз с именами Барта, Фуко, Дериды. Когда этот автор, как личность, как персона, ставится под сомнение, методика литературоведения тоже ставится под сомнение и выдвигается тезис о смерти автора, что в произведении не автор важен, а именно само произведение. И наряду с автором существует целый пласт вот таких же значимых элементов текста. Язык, контекст, дискурс. Автор, он реализует некие возможности, которые заложены в языке, которые заложены в контексте. Автор – это как бы рабочая лошадка, и нельзя опираться исключительно на него и объяснять произведение его достоинствами и его особенностями. Вот это постструктуралистский подход, который вот ставит в основу всего текста и его знаковую самобытную сущность. И здесь мы видим вот в этом тезисе смерти автора не смерть как таковую, конечно, а вот падение того значения, той высоты, на которую возвели авторы предшествующие традиции. И вот он практически с этой своей вершины упал к 20 веку, 21 веку. Ну а в 21 веке началась цифровая революция и очень важная возможность для автора – практически снятие очень многих преград, которые мешали становиться автором, мешали публиковаться, которые вообще барьер, который создавал издательский мир. Вот цифровая революция этот барьер разрушила и позволила практически каждому стать автором. И вот это вот радикально новая ситуация. Теперь уже не возвеличишь, потому что мы все авторы. И теперь уже ну, просто непорядочно не быть автором. Практически каждый, кто есть читатель, он же и есть в каком-то другом обратном смысле автором. Все эти понятия сместились. Вот об этом, собственно, и пойдет у нас речь, о радикальной перемене мест и состояний.
Ну, а я бы обратил внимание вот на эту книжку, которая, как мне кажется, одной из первых обратила внимание на этот вот феномен. Content Nation в 2002 году вышла, когда только вот интернет поднимал свои плечи. И вот уже здесь Джон Блоссом, американский автор, обратил внимание, что тексты начинают генерироваться совсем в другом режиме, совсем по другим правилам, и прежде всего в это дело вовлекается, по сути дела, вся нация. Вот это выражение творческое становится обычным делом и становится просто еще одной стороной современного человека, то, что от него требуется. Вот еще не было социальных сетей, еще не было вот этих платформ самопубликации и так далее. Уже стало понятно, к чему это идет. Ну, а мы, собственно, уже пожинаем плод, когда все потенции интернета реализовались, и вот книгоиздательская ситуация и авторская, соответственно, ситуация выглядит сегодня совсем иначе. Ну вот этот вот пункт восхождения рынка авторов я постараюсь очень кратенько обойти основными тезисами. Основная ситуация ясна, что сейчас плодится и создается настолько много контента, что одна платформа, вот подобная YouTube, она способна создать армию более 25 миллионов человек. То есть, так скажем, в процентном отношении, если это всегда авторы были какие-то там одаренности единицы, вот сейчас это уже десятки и сотни. И это уже определенный процент всех, которые участвуют в информационной жизни. Большой процент. Для них созданы десятки сайтов самиздата, для них созданы вот эти типы платформ Web 2.0, когда именно пользователи участвуют в создании контента, они участвуют не только своими произведениями, да, но само понятие авторства в этом контексте сильно-сильно расширилось, мы будем говорить, все, что имеет творческую какую-то подоплеку, творческое самовыражение, в том числе и вот жизнь в сетях, какие-то там комментирования, дискуссия. Это тоже авторская генерация контента. Кстати, защищается авторским правом по полной программе. И в частности, и в научной сфере феномен открытого доступа, который вот как гигант быстро встает на ноги, это тоже порождение рынка автора. И вообще интернет с его изобилием контента, это на самом деле результаты вот этого феномена рынка авторов. Ну, а если смотреть еще и как бы именно как на рынок, кроме вот того необычайного количества пришествия творческого цифровое пространство всех тех, кто раньше не мог вообще попасть в публикационное поле, который бы никогда не мог претендовать на авторов. Здесь есть и такие определенные финансовые чисто параметры рыночного поведения. Вот если раньше издательский рынок, так скажем, диктовался читательским капиталом, да, тот, кто платит, это был читатель, вот меняется прежде всего в этом отношении, когда происходит такой вот набег целых авторов, и каждый претендует на первую роль для того, чтобы их издать, для того, чтобы они появились и эти первые места заняли, нужно платить. И платят уже не читатели, а стали платить сами авторы. И именно вот это и создает рынок авторов, готовность людей платить за то, чтобы стать авторами в том или ином виде. Это не обязательно денежные платежи, хотя они тоже имеют место. Это самоотдача во всем, трудом, вниманием,
какими-то преференциями и так далее. Вот здесь очень полезно было бы обратиться к Пьеру Бурдье и его понятию рынков, творческих рынков, информационных рынков. И, ну, он не говорил об авторском рынке, но по аналогии с вот тем информационным полем, которое он описывал, мы имеем право сказать и об авторском рынке. Подобно юридическим, религиозным и прочим рынкам, вот такие рынки формируются на основе профессиональных компетенций и информационных обменов всех, кто в этом заинтересован. Аккумулируясь, структурируясь, вот эти обмены превращаются и конвертируются и в финансовый капитал в том числе, и превращаются в такое единое информационное поле различных обменов. И вот о создании рынка авторов тоже можно говорить тогда, когда вложение самих авторов в этом рынке не уступает, а то и превосходит ресурсы, получаемые авторами с этого рынка. Ну, как было раньше. Раньше авторы только получали с этого рынка, теперь они, соответственно, ему отдают. Но мы все с этим явлением знакомы не понаслышке, в научной среде, да, покупные статьи, необходимость оплатить монографии. То есть это давно уже пришло в практику научной деятельности, когда публикация — это во многом зависит от того, приобрел это автор или нет. И получается, что совершенно меняются роли в данном случае, особенно в цифровой среде. Что нужно автору для публикации? Во-первых, медиум. Да, печатный или цифровой, и вот монополию на медиум всегда обладал и продолжает обладать издатель. То есть он принимает решение публиковать, не публиковать, он собирает аудиторию, и вот к этому медиуму еще нужно иметь доступ. И вот если не сам издатель ищет автора, а автору приходится искать издателя, значит, он должен, как это выводится на рынке, это покупать. То есть медиум публикации становится услугой, которую автор должен приобрести. Соответственно, он становится активным потребителем, а не пассивным потребляемым. Он покупает эти услуги, а не оказывает их. Полностью переворачивается его роль. И вот особенно в цифровом контексте это становится обычной практикой, то, когда автор может получать публикацию как услугу, когда он приобретает труд издателя, подобно тому, как раньше издатель приобретал его собственный труд. Вот это одно из перемены ролей классического рынка. Вторая перемена, что автору приходится покупать и читателя, поскольку спрос от читателя перемещается к автору, уже автор только заинтересован в функционировании рынка, то есть автор перестал вообще быть обслуживающим лицом, перестал зависеть от продаж читателя, соответственно, уже он должен покупать читателя, он становится заказчиком, оплачивающим читательское внимание тем или иным способом. Вот опять-таки это обстоятельство снова полностью меняет роли и ситуацию на рынке информационного производства. И вообще вот в результате вот этого наплыва авторов возникает такая ситуация с читателем, да, которой тоже не было прежде. Жизнь в изобилии, когда читателю нужно выбрать какую-то из морковок. Это колоссальный труд, и теперь уже автору, то есть морковке, приходится бороться за то, чтобы читатель выбрал именно его. В этом и есть переворот понятий. И одно из обратных следствий новой ситуации то, что читатель в данной ситуации это вообще не участник рынка авторов, поскольку основной
дил происходит между автором и издателем. Читатель – это тот, кто вынесен за пределы экономики публикации. Он ни за что не платит, как правило, и, соответственно, его участие интересует участников рынка только косвенно. Он должен лишь получить вот эту продукцию и возможность доступа к текстам как дар или как авторскую услугу. То есть в случае бесплатного доступа читатель получает текст произведения просто как некий бонус экономических отношений между автором и издателем. И от того, что, соответственно, что он читает публикацию или нет, для экономики публикации это несущественно. Рынок авторов существует не для читателя. И вот это надо понимать, потому что все-таки автор, противоположный полюс автора – читатель. И когда меняется так медиа-ландшафт и роли, вот эта потеря для читателя, читателя теперь можно какими-то косвенными, вне рынка, вне экономики вот этого реальных обменов получить, это нужно учитывать, когда плодишь свои произведения. Вот это, в принципе, очень похоже на ситуацию с рекламным рынком и рекламной продукцией. Рекламодатель информирует публику посредством рекламы, и, конечно, рекламодатель желал бы, чтобы публика читала вот эту информацию, его рекламку. Но, собственно, вся энергия, это желание принадлежит только ему, а вот уже читатель, даже вот на рекламном рынке, это абсолютно пассивный элемент. Как правило, да, он воспринимает рекламу, но как некий пассивный поток информации, иногда готов заинтересовываться этим, но подспудно он часто скорее склонен избегать ее. Он терпит ее только потому, что это является платой за бесплатный контент. Вот надо понимать, что примерно такая же ситуация и на авторском рынке. Он готов все это читать, потому что это бесплатно. Но его, собственно, заинтересованность еще нужно создать. Она вот в этих отношениях не возникает. Но, тем не менее, он включен в эти отношения, и вот рынок авторов, как и рынок рекламы, даже если не может всерьез завоевать читателя, но он может его встроить в эффективные медийные стратегии. Таких стратегий рождается много, вот как, например, Amazon сумел совместить и издательский рынок, и сам издатовский рынок, и вывел сам издатовские проекты на первые позиции, в какие-то годы получает от них больше денег, чем с издательского. Вот еще одно последствие вот этих новых ролей — это дискредитация издателя. В ситуации все доступные публикации вклад издателя ставится под вопрос, его инвестиции снижаются, он предстает посредником зачастую ненужным, его функции могут взять на себя цифровые инструменты, такие как вот коллаборативный редактор. Стоимость публикации в цифровой среде стремительно падает, то есть он и как предприниматель тоже дискредитирован. И вследствие этого чисто издательский классический рынок стремительно сжимается, как шагреневая кожа, внутри вот этого огромного потока авторского рынка. Вот это мы видим и в научной сфере. Открытый доступ стремительно вытесняет платную издательскую продукцию, и даже на классических таких платформах продаж, вот такие как e-library, мы вот видим, что за последние несколько лет, 3-5 лет, 3/4 журналов перешло из режима платной подписки на принципы открытого доступа. Просто потому, что иначе тебя не будут читать, тебя не будут...
Конкурировать с бесплатным очень сложно. Вот. Как следствие дистрофии традиционной дистрибуции. Вот. Если привычные каналы, определяемые издателем, беднеют и оскудевают, из них уходят деньги, из них уходят авторы. А вот цифровые каналы, они, новые цифровые каналы, они более успешно как раз осваиваются и новыми публикационными формами, то есть цифровым издательством. Вот, поэтому происходит такой раскол. Традиционные издатели стремятся сохранить традиционные формы производства, дистрибуции контента, они держатся за бумажную книгу. Вот, новые издатели стимулируют и ускоряют развитие цифровых форм и платформ. И, конечно, существует экономически обусловленный предел масштаба, когда издателю, то есть бизнесу, станет невыгодно производить такие низкие тиражи. Поэтому вместе с печатными медиа упадок переживают и обслуживающие их отрасли, как полиграфия, почтовые и так далее. И здесь я бы обратил ваше внимание на тоже знаковую книгу по этой теме Андрея Мирошниченко «Когда умрут газеты», который тоже уже довольно давно, до 2010 года, обозначил вот эти вехи ухода бумажной продукции, прежде всего связанные с снижением масштабов тиражирования и крахом системы дистрибуции печатного материала. Мы это все уже видим на наших глазах, пусть не со всеми форматами, но с газеты действительно в первую очередь. И, между прочим, хоть это редко на это обращается внимание, рынок научных журналов. Он, может, умрет еще раньше газет. Печатные научные журналы все больше становятся анахронизмом. Это уже скорее знаковый формат, чтобы живучесть свою обозначить. Но практически чтение, а главное и писание тоже переходит на бумагу и на цифру, а бумагу просто невозможно добиться рентабельности. И если сравнить основные направления нашей печатной авторской активной деятельности, вот мы видим, где остается твердые носители и традиционный формат, и, соответственно, то, что касается рынка читателей, и какую экспансию производит рынок авторов с его преимуществом в цифровых форматах. Вот в СМИ уже печатные, что называется, пресса, это действительно небольшой островок. Интернет-СМИ уже значительно опережает по своей там продуктивности и аудитории печатную прессу. И такие чисто возникают цифровые феномены и тоже значимые для СМИ, как блогеры. В общем, тут доминирование цифровых форматов просто очевидно для всех. В периодике это тоже уже достаточно очевидно. Остается все меньше и меньше журналов, хотя их больше, чем газет, и на их место поступают аналоги в виде ресурсов открытого доступа, прежде всего в интернете. Вот. Лучше всего твердого носителя держатся книги. Да? Они сохранили книжный рынок, пусть количественный, который сужается постоянно. Вот. Но тем не менее электронные книги не сумели забить или там компенсировать вот этот формат и остаются таким субститутом бумажной книги. Вот, тем не менее, те же процессы происходят, а в некоторых сегментах, и к нему относится прежде всего наука, мы тоже увидим, почему вот в науке все равно колоссальный приоритет за цифровыми форматами. Потому что это особая область.
Вот. В заключение вот это вот изменение медиа-ландшафтов, пару слов именно об экономике рынка авторов, потому что ну, многие издатели даже хотят перейти на цифровой формат, но они не понимают, как здесь можно зарабатывать. И действительно, вот так зарабатывать на читателе, на продаже здесь практически невозможно. Вот. На авторе тоже зарабатывать, кстати, очень сложно. Потому что он там, не привык платить. Каждый, кто приходит, он себя считает вот тем настоящим старым классическим автором. Считает, что ему должны гонорары платить. Но вы не правы. В ситуации рынка автора никаких гонораров не положено. Это фикция, даже если она есть. По-любому вклад идет от автора. Вот. Что получает автор в этой новой среде? Экономику внимания. Вот вместо рекламной продукции возникают совершенно другие обмены вниманием. Да, и поскольку вот этот рынок авторов огромный, и ресурс внимания высвобождается благодаря ему тоже колоссальный. Вот, собственно, это основная валюта этого рынка. И когда вы понимаете, что вы участник рынка автора, вы ученый. Если вы ученый, то вы по определению участник именно рынка, нового рынка авторов. Вы должны понимать, что имеет смысл бороться за репутацию, за внимание, за авторитет, а не за деньги на этом рынке. Потому что платите вы, а не вам. Это вот об общей ситуации. Ну и переходим к потихоньку практической части. Что значит быть автором и как надо себя вести. Вот. Основной слоган жизни в этой среде, вот среди этих морковок, самопродвижение. И надо понимать, что автор здесь больше никому не нужен, кроме самого себя. Каждый сам за себя. Ну а перед этим я хотел бы обозначить, что происходит с классическим автором. Автором, который личность, который талант, одаренность, он никуда не уходит. Но это вот тот автор, которого ищет издатель, находит, который работает с ним и который живет за счет своих авторских деяний, за счет гонораров. Вот. Он, в принципе, вот этот гений продолжает существовать, но понятно, что вот вокруг него начинают бегать такие же, которые тоже себя называют автором, и их становится так много, что настоящего автора уже не видно. И, конечно, он теряется в этом потоке. Вот такой издающийся автор раньше почивал на лаврах. Его нашли, его продвинули. В принципе, он всю жизнь пробивался из общей массы, самоутверждался, выбивался в лидеры тиражей. Вот сейчас эти тиражи падают, он теряется в этой толпе. Классические медиа переживают дистрофии, он тоже должен переключаться. И, конечно, и перед нами, перед обществом возникает опасность утери автора большой буквы, автора признанного поклонника, которого действительно хочется читать, который действительно что-то приносит. Вот. И это одна из таких дилемм и трагедий нашей новой медийной ситуации. Как бы мы не потеряли настоящих авторов, а вот получили только вот этих вот самиздатовских, каждый из нас, который является автором. Вот это надо иметь тоже в виду. Ну и в то же время, что делать вот этому настоящему автору? И скидок для него не будет. Он живет в той же сети, в той же ситуации, и для него работает тот же закон информационных помех. Чистой информации пробиваться становится труднее, и информации становится все хуже. То есть он должен двигаться, перестраиваться, переключаться на новые правила,
продвигать себя самостоятельно. Вот об этом мы тоже поговорим. Но самое интересное, что все мы авторы, и каждый из нас может оказаться и тем, и другим, и одаренным, и неодаренным. И поведение наше очень похоже, должны получаться только разные результаты. В ситуации, когда перестают работать традиционные средства продвижения настоящего автора, ему не остается ничего, как брать все в свои руки. Он берется за себя сам и начинает выстраивать все жизненные стратегии своего творческого пути самостоятельно, без всякого издательства. Издательство становится только инструментом. И, собственно, вот собственное автопродвижение и становится успехом, условием успеха его творчества. Удается ему продвинуть себя именно или не удается? И вот в этой новой среде изобилия именно имя автора остается одним из существенных меток брендов в информационном потоке, центром идентификации качества творческого продукта. Не произведение, а автор. И что интересно, вот рынок авторов, он предоставляет целый набор эффективных средств медиапродвижения. И настоящему автору у него есть и бонусы. Он получает вот эти новые инструменты цифровой медиасреды, позволяющие привлекать к себе внимание. В частности, новый фокус социальных сетей, который переориентирует внимание читателя с издательского продукта на личность и индивидуальность, то есть на него самого. Это он должен использовать. И вот одно из существенных перемен этой ситуации, обстановки, изменение роли читателя в деле продвижения автора. Если раньше читатель лишь потреблял и голосовал, условно говоря, рублем, вот это была главная метка успеха или неуспеха, сейчас читатель становится лоцманом. Это одна из его авторских активностей. И мы легко с этим новым форматом знакомимся, когда видим, как ведут себя люди в социальных сетях. Они порождают вот эту вот личностную навигацию социальных сетей. Навигация социальных сетей меняет поток контента от готового продукта под ключ, который раньше формировал и выводил на рынок издателя, к читателю-лоцману. Теперь этот читатель определяет поток контента своим собственным индивидуальным выбором. Ну, тем, что он ставит лайки и что он вообще там выделяет. И читатель, по сути дела, начинает сам направлять вот эти потоки. Критерием выбора становится его личность, его интересы, а не обслуживающий его издатель-посредник. И это тоже некий прямой такой выход с автора на читателя. Поэтому метод распространения сарафанного радио, как ни странно, вот в цифровой среде оказывается ключевым, еще более значимым, чем тогда, когда не было социальных сетей. И вот этот вот феномен социальных сетей, я бы его здесь отметил особо, потому что практически все информационное поведение начинается строиться по этой модели, и в том числе информационный рынок и авторский рынок. Вот, обращу здесь внимание на интересную концепцию, предпосылку понимания этого феномена Юргена Хабермаса, который выдвигал такой тип демонстрационного поведения каждого человека. Вот социальные сети, они как бы раскрыли этот тип поведения человека, когда появилась возможность у каждого показать себя, демонстрировать, поделиться себе. И оказалось, что огромное количество населения может это, любит это, селфи и так далее.
Вот. И в итоге весь окружающий мир вот при таком поведении, при такой подаче как-то начинает вращаться вокруг личной истории индивида. Она становится вот тем якорем, за который все цепляется. Вот информационный эксклюзив. На него начинают ориентироваться и другие, и вот все это сетевое поведение начинает ориентироваться на индивида и его приоритеты. Какую слушать музыку, какую предпочитать тексты, какие рекомендовать книги. И, собственно, каждый автор вот в этой среде, он тоже становится немножко блогером. То есть он не просто пишет, он демонстрирует собственную личность. Он так проявляет авторскую экспрессию. То есть это новая такая сторона автора. Автор пишет о себе, и любое творчество в наше время особенно автобиографично. А современная цифровая среда способствует, она это распространяет, и она меняет саму природу публикации. Это теперь любая публикация, это как бы публикация в социальной сети, только в разных масштабах. Таким образом, автор должен стать брендом, и только с этим и связана маркетинговая коммерциализация имени. Это значит, чтобы стать брендом, значит уже недостаточно просто что-то писать. Нужно делать все. Нужно быть многофактором и многосторонним. То есть настоящий бренд возникает, когда автор литературного произведения становится одновременно автором телевизионного сериала, компьютерной игры, ведущим телешоу. И вот такой вот статус фигура здесь, фигура там, вот полноты присутствия в медиапространстве и дает возможность стать звездой, стать брендом, то есть стать настоящим автором. Вот это итог самопродвижения. И вот такую жизнь уже невозможно оторвать от творческой работы автора. То есть вся жизнь автора становится творческим продуктом не только на бумаге, но и на экране, где-то там в интернет-пространстве, везде. То есть такая работа это уже не столько творчество, сколько бизнес в духе селебрити. Вот именно этот тип авторов реализует функцию автора, которая всегда была показательна для автора, обеспечивать себе на жизнь, обеспечивать себя своим творчеством. Да? Кто может материально себя обеспечить, вот тот настоящий автор. Вот они все еще остались. Но, как вы видите, чтобы остаться в такой функции, требуется уже совершенно иное. И главное, что это больше не заслуга издателя, продюсера, это заслуга прежде всего самого автора, автора звезды. И вот, собственно, то, что он нарабатывает, это и есть медийный капитал автора, который имеет сегодня ключевое значение. Вот этой всей своей деятельностью он формирует собственный капитал, он им и обменивается. Вот за счет этого потенциала внимания, который к нему, к его имени прикован, он способен привлекать инвестиции, он за ним стоит определенный объем лояльной массы читателей, все это медийный капитал. И автор уже на самом деле не тот, кто пишет или создает произведение, а тот, кто обладает вот этим авторским капиталом, определенным потенциалом внимания аудитории. Что бы он ни написал, он уже нечто получит. И вот этот авторский капитал, он и есть ключевая инвестиция, и магнит для инвестиций, и в экономике медийной он означает больше, чем реальный финансовый капитал издателя и продюсера. Соответственно, автор сегодня значит больше, чем издатель или режиссер. Последние не обладают медийным капиталом, зато способны трансформировать медийный капитал в финансовый капитал. Вот это, условно говоря, то, к чему каждый автор стремится,
ну, как некой недостижимой вещи. И, конечно, задача для автора сильно усложнились, особенно для научной среды. В научной сфере были такие вот авторы глобальные и значимые, а сегодня их очень мало. По сути дела, сегодня исчезли тиражируемые авторы, это уж совсем единицы. Тем не менее, задача никуда не ушла, и ну, автору нужно быть так вот таким, нужно вот так себя продвигать, все-таки бороться за свой статус. В научной среде это тоже может быть. Ну, а я бы хотел просто как некий типичный кейс привести Дмитрия Глуховского. Вот мне кажется, автор, который совершенно вовремя понял и усвоил вот эти, куда дует ветер, и он именно так построил свое творчество. Он не так много вроде написал. Началось все вот с его бестселлера «Метро 2033», а потом пошла линейка, сериал, да, и пошли различные творчества нового типа. Игра, какие-то сетевые проекты вокруг его этой идеи. Вот он здесь автор и продюсер, и пиарщик. Он формирует вот эти новые миры и оказывается в их центре. То есть автор подает себя как лидер, как личность, как звезда, и текст лишь следует за ним. Да? Это просто один из атрибутов. Вот так работает эпоха пиар-технологий. Ну вот мы довольно медленно, но добрались до научной сферы. Вот, попробуем теперь перенести вот то, что касалось общей медийного пространства, к тому, что происходит в научной сфере. Научная сфера обладает рядом особенностей, вот здесь они там и изложены, но прежде всего это закрытая достаточно сфера, зато она базируется прежде всего на тексте, на текстах и на авторской работе. Все, кто здесь существует, много пишут и должны писать. Вот. У нас сегодня около 200 тысяч в стране таких пишущих авторов. Если посмотреть, кто зарегистрирован в качестве авторов на одной только платформе e-Library, это уже почти 500 тысяч. Вот, то есть, ну, сравнительно небольшой, но ощутимый пул авторов. И если мы по издательской мерим мерки, то до 40% всех книг создается в среде научной и образовательной. И это, конечно, очень значимо. Но особенности этой среды таковы, что на нашей научной среде очень быстро пришлось перестроиться на новый порядок, породить вот эти отношения рынка автора и уже работать преимущественно только в них, опередив любые другие сферы творческой активности других авторов. И происходит это прежде всего в силу специфики научной работы, развития научного корпуса, научной деятельности. Потому что жизнь ученого и пульсирование вот научной деятельности и заключается в публикации. Каждый ученый реализует себя в научных публикациях, поэтому порождается и множественность авторов, и многообразие публикаций. И сама логика движения развития этой сферы заключается в том, что чем более узкая научная тема, тем выше ее научные ценности. То есть здесь изначально действуют очень мощные силы противодвижения, которые направляет не к тиражируемости, не к масштабируемости, не к издателю, так скажем, а наоборот, от издателя, от масштабируемости к все более узким темам. И когда это получается, вот мы получаем тогда очень быстрое разветвление, очень быстрое падение тиражей. Если говорить, то достаточно точно,
дерево знаний развивается фракталами, вот этими множащимися, дублирующимися фигурами, которые расщепляют изначальную, так скажем, тему. Каждая тема научная расщепляется на несколько, и вот начинается движение, и вот это движение создает многообразие с одной стороны, но разрушает вот основы экономики информационных носителей. Вот, это раз, а второе, это ведет к снижению читательского потенциала. Ты издаешь узкую тему, то и читают, и заинтересованы в твоем труде, конечно, очень мало читателей. И это нормально, с этим нужно мириться. Следующая опция специфическая то, что с ученого требует научной эффективности, количество публикаций. Обязательно нужно писать что-то, и довольно много. Хороший ученый – это всегда продуктивный писатель, как правило. Но это не значит, что продуктивный писатель – это хороший ученый. Вот. Поэтому возникает колоссальное количество. Вот у нас пришпорили, и сразу пошло, так сказать, пошло во все стороны. С другой стороны, автор требует повышения цитируемости, то есть читабельности его текстов. Это тоже интересный параметр именно нашего рынка. С нас, ну, условно, никто не может потребовать, чтобы вот вашу книгу читали, чтобы ее там продавали много. Но вот появился очень важный критерий, чтобы ее цитировали. Это что значит? Чтобы ее кто-то читал и кто-то в своих авторских работах тоже указывал. Вот. Цитируемость стала валютой популярности, научного авторитета и, конечно, повышение, вот это требование повышения цитируемости, оно способствует повышению интенсивности научных коммуникаций. Собственно, только в интенсивной научной коммуникации и можно получить вот эту валюту. А она, еще раз повторяю, завязана и на весе автора, и на импакт-факторе издателя, ну и на самой вот этой цитируемости, которая, еще раз повторю, есть продукт автора, а не читателя как такового. Вот к этому еще добавляется отдельная история преподавания. Преподаватель пишет учебники, то есть реализует себя немножко в другом спектре, но, конечно, это родственная область. Вот в итоге мы описали специфику научного публикационного поля, в котором изначально существуют не столько читатели, сколько авторы. Все это поле уже формируют сами авторы. Хотя еще не так давно все-таки это было тоже поле читателей. Вот, и поскольку авторы это формируют, значит, все вот те особенности, о которых я говорил, и потеря читателя, и потеря издателя, и борьба за внимание, и манипуляции с этим, вот это все имеет место быть, очень быстро в этой среде возникло в течение 10 лет. И еще, конечно, особенность, целый комплекс особенностей авторского творчества связан с тем, что, как правило, труд ученого – это служебное произведение, это накладывает целый ряд аспектов и вопросов, которые я не буду сейчас детально рассматривать, просто как вопросы, которые к нам очень часто вот вследствие этого фактора поступает. Ну, например, защищаются ли в этом случае авторские права университетом или кем-то? И вообще, стоит ли защищать авторские права, если твое произведение служебное, а не, собственно, вот твое авторское, не является твоей собственностью? Вот как быть с заимствованиями?
в цифровой среде, прежде всего и с заимствованиями, и из своего собственного творчества. То есть это уже совершенно практический вопрос. Нужно ли публиковаться самостоятельно в коммерческом издательстве или в издательстве своего учреждения? Вот, поскольку научные там учебные учреждения во многом и обеспечивают издательский цикл и вот эти издания служебных произведений, то как бы автор вообще отчуждается от своего произведения, смотрит на него уже в стороне. Вот. Может быть, стоит все-таки идти в коммерческое издательство, где автор сохраняет свои изначальные связи с произведением, власть и собственность над своим произведением и имеет гораздо больше здесь возможностей. Вообще, можно ли заработать на научном труде вот в этой среде, если это служебное произведение или не служебное? Как повышать научное влияние посредством научных работ? Если не деньги, то научное влияние. Мешает ли служебность произведения или собственность произведения вот этому делу или нет? То есть то, что ученый имеет дело со своим произведением как со служебным, да, то есть возникает некий такой существенный посредник, это, конечно, очень сильно меняет правила игры, в которые нужно вникнуть. Но основной закон остается тем же самым, поскольку работают правила рынка авторов, на нем получить можно только вот его валюту внимания. Капиталы, которые там вращаются, финансовые, это для него незначимо. Поэтому вот общий ответ и есть. Сегодня на научном труде практически невозможно заработать деньги, но можно зарабатывать научное влияние, и в том числе и служебным произведением, и неслужебным. Но еще один аспект я хотел бы обратить внимание, да, вот пришпорили публикационную активность ученого. Каждый ученый действительно стал автором практически, и, разумеется, не все для этого рождены, даже в ситуации рынка авторов, да, но не бывает, чтобы 100% людей все-таки были авторами в научном формате именно. Вот, как правило, большая часть должна стать то, что мы называем графоманами. И, конечно, вот тот огромный публикационный рост, а он, по-моему, вот даже по журналам, зарегистрированным в базе данных Web of Science, он, по-моему, увеличился за 10 лет в два раза. Как вот была поставлена задача 2.44, и почти в два раза вырос публикационный поток. Но это качественный, так скажем. А еще помимо этого в разы вырос публикационный поток всяких русскоязычный. В два раза больше создано журналов, созданы псевдоиздательские форматы, такие как сборники конференций, виртуальных конференций, много всего. Вот это все должно было обслужить вот этот новый публикационный поток. Ну и понятно, что порожденный искусственными мотивами, не поддержанный внутренним научным ростом, это требование просто породило поток бессодержательных, вымученных, насыщенных плагиатом публикаций, которые, ну, не вообще не предназначены для того, чтобы их читали. Вот это одно из первых негативных последствий вот этого стимулирования. Вторая ситуация с журналами. Я считаю, это совершенно ненормально, когда большую часть научных журналов в стране содержат и датируют университеты. По сути дела, этим они вымыли коммерческих издателей из журнальной сферы. Вот кто-то, ну, престижные университеты, ему дается удерживать высокую планку качества
Ну а вот те, кто плодят другие публикации, они наоборот это все рынок разрушают. Вот. Ну и самое главное, что получение дохода на издательском поприще университетам вообще не интересно. То есть хотят они или нет, они разрушают журнальный рынок именно как рынок. Вот. Соответственно, они становятся спонсорами идеологии открытого доступа, предоставляя журнал бесплатно. И вот этот вот переход, он в результате у нас в стране произошел гораздо быстрее, чем в других странах. Практически все журналы уже это или вузовские, более-менее качественные журналы, а издатель нашел прибежище в так называемых мусорных журналах. Вот, он быстро перешел на обслуживание вот этой публикационного потока, что, конечно, очень сильно понижает качество науки, ценность публикационного пространства. И вот получилось, что вот частный издатель у нас совершенно никак положено, вместо того, чтобы путем конкуренции улучшать качество издательского продукта, он у нас ухудшает его. И в этом плане даже университетские издательские качества, оно гораздо выше, хотя им это, ну вот совсем это не их деятельность, так скажем. Вот, так что это вот один из таких беспорядков, которые вот в этой суматохе возникают и порождаются. Вот, тем не менее, у университетского автора, как мы обозначили в нашей теме, задачи как были, так и есть. Это прежде всего нужно много и периодично писать, потому что публикационной активности на нее завязаны показатели эффективного контракта. Ему нужно строить научную карьеру, а это можно делать только через качественные тексты, то есть писать нужно не только много, но и хорошо. Дальше продвигать свои идеи, свои имя можно только через коммуникативную активность, быть на виду, на конференциях, участвовать в университетских мероприятиях, экспертных комиссиях, общественной деятельности и так далее. Чтобы быть первым и значимым, необходимо знание ситуации в своей сфере, новостей, лучших авторов, авторитетов, лидеров, то есть быть всегда в курсе. Вот. Ну и в конце концов, главное условие успеха – это наука как призвание и профессия. Соответствовать этому призванию и этой профессии. Это вот задачи, а направление продвижения, как это все реализовать, здесь мы уже приближаемся к практической нашей части. Ну, во-первых, издаваться надо в цифровой среде. И вот, на мой взгляд, сегодня печатные издания – это практически издание для себя. Хотя по традиции вот наши авторы тянутся, чтобы было издано в печати, но вы знаете, что это практически просто будет несколько экземпляров, которые вы сами кому раздадите, тот и получит к ним доступ. Вот, настоящие каналы доступа, каналы научной коммуникации уже стали цифровыми, поэтому нужно думать, как именно в этой среде. Вот. И еще обозначил бы здесь еще один перекос, это публикации только в формате статьи. Опять-таки вследствие этих критерий эффективного формата, но это абсолютно искажение научной коммуникации. Вот на конференции в Елабуге я делал об этом доклад. Не может статья, особенно в социально-гуманитарных науках, заменить монографию, именно книжный формат. Да, и вот на этой конференции я опубликовал манифест гуманитария, так скажем, гуманитарной науки, в котором наоборот, все наоборот, именно книжный формат является определяющим и ключевым для правильной научной коммуникации. Чтобы книга не
осталась самой в себе, да, как-то вышла, включилась в эту коммуникацию, автору нужно обеспечить присутствие этой книги в различных списках литературы. Прежде всего, сегодня играет огромную роль РПД дисциплин, учебных планов. Вот там его книги должны появиться. Тогда они включаются в интенсивную научную коммуникацию. Вот. У нас есть для этого сервис рекомендательной книги обеспеченности. Он помогает повысить свой авторитет дисциплине. О нем я еще немножко скажу. Вот. Еще один из наших сервисов, который тоже скажу, это мои научные интересы, которые позволяют осуществлять узкотематическую коммуникацию. Вот. Ну и помимо нашей платформы нужно продвигать себя в различных информационных форматах, в реферативных базах данных, рейтингах, таких как RINS, Web of Science, публикации в книжных обзорах, добиваться, чтобы книжные ревью публиковались по вашим книгам, продвижение своей научной концепции школы, и уж не говорю о научных исследованиях, грантах, которые, конечно, нужно вести, чтобы на тебя обращали внимание. Ну и вот, собственно, последняя часть, которая отвечает за то, чем можем помочь мы, что дает публикация ВБС. Вот. Но это я надеюсь очень быстренько вам опишу. Да. Главное, что нужно понимать, что цифровая платформа – это и есть сегодня площадка научной активности. Это более значимые площадки зачастую, чем все, что мы имели до сих пор. Вот такие платформы, как Web of Science, наглядно это демонстрируют. Вот. Но и ЭБС тоже это уникальные, очень ценные такие площадки. На ней присутствуют все инструменты продвижения книги знаний. Во всяком случае, гораздо больше инструментов, чем то, если вы просто издали книгу в бумажном виде. Вот. И главное, эти ЭБС и платформы дают возможность выделиться в научной среде. Имеется целый комплекс инструментов. Ну а что конкретно мы предоставляем? Во-первых, для чтения нужные книги по специальности. Это для профессионала абсолютная ценность. Во-вторых, целевую аудиторию и удобную платформу для публикации. То есть у нас вы уже, публикуя на цифровой платформе, вы уже знаете, кто примерно получит доступ, кто будет на протяжении одного клика, на расстоянии одного клика иметь доступ к вашей книге. Дальше мы помогаем в публикации и мы помогаем в продвижении книги. Вот. Во-первых, если вы публикуетесь на платформе, на нашей, это значит, вы публикуетесь в издательстве, Директ Медиа, издательство, которое подходит всем канонам. Хотя мы издательство нового типа, это все выражается в том, что мы можем больше, чем другие. Да? Но в первую очередь мы продвигаем в цифровой среде то, что сегодня важнее всего. Мы предоставляем также бесплатные печатные экземпляры. Мы ставим на книги ISBN и DOI. Вот DOI сегодня обязательный тоже параметр, который должна иметь каждая научная публикация. Мы сотрудничаем с университетом, выпускаем и совместные проекты с вузом. Вот, пожалуйста, дорога открыта. Значит, у нас принимаются любые публикации объемом более 50 страниц, ну, соответствующие всем научным критериям. То есть должно быть не менее 2 рецензий, peer review, то есть да, экспертная оценка. Работа должна быть уже подготовлена для публикации, потому что она издается в авторской редакции, как вот базовой. Автор принимает на себя основную часть работ по публикации, и это реальность рынка авторов, о которой мы говорим.
Вот. Автор дает необходимую информацию в анкете автора и обязуется продвигать свои книги в студенческой научной среде. Опять же, правило, что автор себя продвинуть может только сам, это действует в научной среде вот абсолютно так, как я это и представлял. Вот. Ну а на нашей платформе вы получаете много полезных вещей. Во-первых, статистика. Вы практически в режиме онлайн можете контролировать за использованием ваших книг, чтением и статистикой использования. Во-вторых, мы размещаем книгу на сайтах издательства. Это и ЭБС университетская библиотека онлайн, и интернет-магазин Директ Медиа, и библиотека Нонфикшн, и вот все наши проекты. Школьная библиотека, если подходит по тематике. Вот, мы сотрудничаем с ключевыми цифровыми партнерами цифровой дистрибуции. Это такие, как международный EBSCO Host, тоже международный рынок Google Play, App Store, то есть Apple. Мы сотрудничаем национально с Литрес, мы сотрудничаем с такими профессиональными дистрибьюторами, как MIP International. То есть все основные каналы продвижения продаж книг у нас включены и отработаны. Вот. Сам процесс создания публикации чрезвычайно простой. Осуществляется через личный кабинет, загружаете файл, подготовленный вами в авторской редакции, заполняете анкету там по информации, которая должна войти, и работа переходит уже в рабочую плоскость. Какое-то время книга проверяется редактором, находится на модерации. Если принимается, заключается лицензионный договор с автором. Вот договор у нас с вознаграждением, с гонораром. Далее книга проходит издательский цикл, обложку и все остальное. И, наконец, она выходит на платформе и выходит в печатном виде. Автору высылается два экземпляра отпечатанной книги. Вот. Есть и дополнительные опции. При выкладке автор может проверить работу на уникальность, может заказать пакет продвижения издательского, может добавлять в книгу различные интерактивные дополнительные элементы. Это покажу. Значит, после этого автор также может получить сертификат, если это нужно где-то ему. Сертификат подтверждает факт публикации авторского материала. Ну а дальше начинается продвижение. И на самой платформе очень важно привлечь комментарии, отзывы, да. Вы можете и сами их генерировать, да, и можете подключить своих студентов, друзей, кафедру и так далее. Вот. Это в любой из платформ, вы знаете, и Web of Science, и RINS. Если вы добьетесь вот первого такого импульса, то это будет подхвачено вот теми же методами сетевого поведения. Вот. Дальше мы присваиваем DOI, обращаем внимание, да, это сейчас абсолютно важно. После этого у вас будет цифровой идентификатор, и вы всегда будете иметь доступ к своей книге и ее метку, да, показать. Ее всегда можно на нее выйти и открыть и найти. Она вечная. И в таких условиях и Web of Science, и Scopus обязательное наличие идентификатора DOI, мы выдаем его бесплатно. Вот еще из интересных опций регистрация в RINS, то есть каждая книга, которая к нам поступает, мы регистрируем в базе данных RINS в течение очень короткого времени, тоже бесплатно. Вот. И более того, вы получаете из RINS вот этот справа информация о
ваших показателях РИНС. Если вы привязываете свой аккаунт, то в ЭБС вы всегда сразу, не лазя и не мучаясь, видите, как меняются ваши показатели, что они сегодня представляют. Вот. Очень важно, что мы работаем не только с РИНС, но и с международными базами и такой уважаемой, как Web of Science. Вот. Сегодня мы ведем переговоры о том, в каком формате мы им предоставляем эти книги. Они должны, конечно, быть специальным образом подготовлены. Вот. Но главное, что вот если все хорошо завершится, то мы сможем лучшие работы, удостоверенные нами специалистами Web of Science, добавлять в Book Citation Index, то есть порождать цитирование в этой международной базе данных. Вот. И по-любому каждая книга, которая попадает к нам, она получает издательское продвижение. Кроме тех платформ, которые я вам назвал, это и оптимизация метаданных книги, это профессиональное написание аннотаций, размещение пресс-релизов, написание отзывов, рассылок и так далее. Это участие в выставках, это презентации этих книг, это продвижение книг с помощью социальных сетей, вот они перечислены, YouTube, ВКонтакте, Facebook, Instagram, мы активно работаем в социальных сетях, это и рассылка прайсов издательств в крупнейшие вузы библиотеки страны. Вот, то есть распространение вашей книги максимально широко. Ну и помимо того, что в принципе и многие другие предоставляют, несколько наших фишечек, ноу-хау, да, что есть у нас, чего нет у других. Ну вот, во-первых, я уже сказал, при РИНС в личном кабинете ЭБС прямой переход в Science Index. Вот. Во-вторых, всем нашим книгам, мы даем библиографическое описание по ГОСТ. И это сегодня довольно важная и мудреная штука. Ваша книга должна фигурировать именно так. И вот уже готовое библиографическое описание – это важный элемент. Вот. К каждой нашей книге мы привязываем отдельно список литературы. И любой, кто зайдет на книгу, он сразу видит, с какой литературой вы работали. Это помогает цитироваться и вашим партнерам, и вам самим. Вот из таких мелочей и соткано вот это массивное продвижение. Дальше именно у нас вы имеете возможность прикрепить к книге дополнительные объекты. Это может быть дополнительный исследовательский материал или иллюстративный материал, статистические, архивные данные, вот то, что не вошло в книгу. Вот. И для многих изданий это очень важное дополнение. Ну, а кроме того, мы продвигаем в жизнь концепцию Science 2.0. Объединение площадки пространства исследования и пространства публикаций. Вот на нашей платформе ЭБС происходит эта встреча. То есть вы вот этим методом постоянной текущей публикации вы всегда можете организовать исследовательский процесс, ну, скажем, свою работу публиковать по статьям, по главам, привлекать к ней внимание, дискутировать на странице. То есть вы сразу и исследуете, и публикуете, исправлять, новые версии создавать. И помимо этого различные удобства работы, например, цитатель, да, облегчение цитирования. Вашу книгу будет легче цитировать в нашем формате. Вот, выделил текст, и он уже сохранится в виде цитаты, а не просто какой-то закладочки. Вот. Еще очень важный функционал – возможность прикреплять литературу к своим дисциплинам. Но это те же списки, только уже для студентов. Вы можете в личном кабинете использовать вот этот функционал курсов и для студентов сразу разместить их, свою работу и даже отслеживать, насколько активно читается она
насколько активно ваши студенты прочитали вашу книгу. Вот. Этот сервис я называл «Мои научные интересы». Он развивается, сейчас он только в начальной стадии, он позволяет видеть обновление контента по интересующим вас темам, что пришло в ВБС по типам изданий. Учебные пособия, монографии, студенческая наука, издательство и так далее. То есть вы всегда в курсе издательского потока, публикационного потока по вашей теме. Вот мы рекомендуем делать это главной страницей. Но в дальнейшем это еще добавит различные коммуникативные возможности. Вот. Дальше одно из направлений нашей работы – это углубленная работа с монографиями, сервис монографий. Вот. Мы, во-первых, стимулируем и поддерживаем. У нас вы бесплатно можете опубликовать свою монографию. Во-вторых, вот сейчас создаем сервис мониторинга монографических изданий, когда это совместно с Книжной палатой России, когда можно будет видеть, какие монографии издаются вот в текущем временном режиме. Вот. Дальше у нас существует специальная платформа монографий Библиопланета, и к ней мы подключаем в том числе зарубежных издателей. Вот. Мы проводим конкурсы, вот скажем, конкурс монографий совместно с Бенран, Фундамент науки. Вот. В общем, мы создаем центр средоточия монографических изданий. Уверяю вас, через несколько лет, ну, можно сказать, что уже сегодня, на нашей платформе представлен самый мощный блок монографических изданий по сравнению с другими ЭБС. Вот. Ну и дополнительные возможности, многие которых я уже там назвал, вот эти личный кабинет и книгообеспеченность, мои научные интересы, рекомендованная литература курсом, сервис публикаций, статистика автора, опции личного кабинета, моя библиотека, мои события, мои выборки. Вот это все вот те цифровые инструменты, которые помогают вам и пользоваться контентом, и тоже продвигать себя в цифровой среде. Ну, один из самых интересных и мощных сервисов, которые мы создали, это сервис именитых ученых. Вот особенность его в том, что здесь мы собрали информацию по ученым, а самое главное, собираем постепенно все сочинения значимых ученых. И вот наши авторы, те, кто публикуется, они тоже включаются в этот формат наряду с именитыми учеными. Вот примерно типа такого. Вот, и главное, что вы на своей странице, как и у именитых ученых, можете собрать свое собрание сочинений, то есть ключевых работ, которые вы считаете важны для вашего творчества. И это будет вашим окном в мир. На этой странице всегда смогут познакомиться вот с вами, с вашими основополагающими трудами. Так, ну что ж, я уже забрал довольно много времени. Вот еще обратите внимание на конкурс, который у нас идет, конкурс на лучшую монографию совместно с Академией наук. Это будут призы, это будет очень серьезная презентация, церемония награждения на книжной ярмарке. Вот, посылайте свои работы, советуйте своим знакомым. Вот. И еще раз обращаю внимание, наш помощник, например, в школе научных публикаций, наша тематика в ОМЦ Директ Академии. Здесь вы найдете ответ на все вопросы авторской работы. Вот. Ну что ж, вот, собственно, наш традиционный последний слайд, а это вот наши учебные занятия в местах силы. Тоже приглашаем вас участвовать, если вы имеете интерес, но это для директоров библиотеки наш мероприятие. Вот. А сегодня мы посвятили наш час проблемам авторов научных, да. Надеюсь, что, ну, общую канву
она была интересна, что изменилось в нашей медиа, на наших медиа-ландшафтах, и что мы можем, вернее, что вы можете вместе с нами. Вот, очень прошу тоже эту информацию распространять, ее можно будет потом найти. Так, ну а теперь несколько вопросов поступило. Если возможно, то дайте рекомендации по повышению продуктивности публикационной работы преподавателя вуза. Ну, это вот из той серии, как стимулировать преподавателя еще больше публиковаться. Вот. Вообще, на самом деле, я считаю, что здесь не нужно перебора. Конечно, каждый ученый должен публиковаться, но это не должно быть искусственно через силу, да, потому что мы просто и его мучаем, и себя, и зашумливаем наше информационное пространство. Вот. Я считаю, что это должен, как и всегда, быть естественный стимул, который не должен быть какой-то обязаловкой. Вот. А вот для того, чтобы шел естественный рост публикационной активности, это мы с вами должны повышать качество информационной среды и качество контента, которое сопровождает ученого, и общий уровень требований университета, общий рейтинг требований университета. В общем, ну здесь действительно огромный комплекс. Вот одними какими-то там распоряжениями от ректора это точно не закроешь. Вот это наша с вами работа. В общем, мы тоже стараемся вот этими вещами комфортными повысить продуктивность публикационной работы. Так, напишите, пожалуйста, контакты, с кем можно связаться по изданию рукописи через ваше издательство. Ну, я вам показал, что можно на сайте, там вы легко найдете и вот эту баннеры по нашему конкурсу публикации. Ну вот, прямо пишу тогда в e-mail нашего редактора, который принимает публикации. Вот. Юлия Барабанчикова. Вот в чате написал, так что можете отправлять прямо на электронную почту. Публикации возможны только для преподавателей вузов, подключенных к библиотеке, или автор самостоятельно может у вас публиковаться? Да, автор может самостоятельно публиковаться. Здесь никакой привязки к подписке нету. Так. Ага. Так, и вот еще вопросы. Вы даете ISBN электронный вариант книги, монографии или учебного пособия? Да, мы даем ISBN, но он единый. Он на электронный вариант и на электронный, и на бумажный. Вот иногда их разделяют, дают два ISBN, но мы обходимся одним ISBN. Вот тоже бесплатно. Ну что ж, спасибо за вопросы. Надеюсь, что вот все, с кем мы сегодня общались, это заинтересованные аудитории. Очень надеюсь от вас или от ваших коллег увидеть научные труды на нашей платформе. Вот. Ну и самое главное, уверен, что у всех нас стало немножко больше понимания, как можно действительно увеличить, улучшить качество публикационной активности и что надо в этом направлении каждому из нас делать.